Привет, я Наташа, и я расскажу вам про развивающую книжку «Стишки и рассказы» из серии «Смейся и учись» от компании Fisher Price. Книжка выполнена в форме бабочки. На туловище бабочки есть кнопочки. Мы нажимаем, слышим задания, звуки и веселые песенки. У книжки можно перелистывать странички. Ребенку это под силу. Странички мигают веселыми огоньками. Везде написаны стишки, которые книжка рассказывает вашему малышу. Играя в эту игрушку, ребенок учится счету, изучает алфавит и с радостью поет вместе с игрушкой веселые песенки. Детские товары. Накупиребенку.ру. Москва, улица Павловская, 27/29. 3 минуты пешком от станции метро Тульская.